Монтируем проходной узел в нашей бане в форме сота. Обили все ПВТ-м картоном, ставим профиля, сверху поставим камофол, а снизу обобьем огнеупоров. Вот такой будет у нас проходной узел. Здесь уже приготовили печь. У нас бестовый шнур поставили, шибер. Сейчас будем ставить трубу, примеряться. Так что, вот такая будет банька. Я прям предвкушаю, как попаримся и будем выходить. Чистое полюшко. Вот таким потрясающим видом, да. Ну что, дорогие друзья, вот и готова наша банька в поле с нуля, с голой земли. Вот уже стоит печка, вот уже специальный отвар, который мы будем поливать на камушке. Банька в деревенском стиле. Баня у нас из пленки армированная. Мы покрыли ее под одеяльничками, чтобы было комфортно. У нас есть подспинники, на которые можно облокотиться. В два ряда будем сидеть. Печь предоставила компания «Печной дом». Вот у нас такое солнце на дверце, топке. После того, как мы хорошенечко прогрелись, нас ждет, во-первых, прекрасный вид в это поле. И потом у нас уже приготовлены ведерки с водицей для контраста после парения. Печной дом. Все? Ой, шапочку можно? Какие-то вы до тоже счастливые очень. Вот они, счастливые люди после баньки. Нет, я не падаю, я держу. У меня тоже можно. А мне и сюда мои пароли. Это будет красиво.